ты создаешь перед ним, ты создаешь семью нового типа, семью 21 века, в котором супруги остаются друг с другом не потому, что они, им друг без друга кранты, да, а потому что они каждый день могут построить другую жизнь с другим партнером или вообще в одиночку, но выбирают быть вместе, поскольку это открывает новые возможности. Ты создаешь сообщество, а не команду. Команда – это единый организм с лидером, который ведет и указывает, что делать и так далее. Я тоже за это, но, знаешь, интересное наблюдение мое. Самая высокопродуктивная команда, большая, проигрывает по эффективности небольшой группе людей свободных, которые образовали подобное содружество. Интересно. Да, у меня был опыт и большой команды, работы большой команды. Сейчас некий новый принцип – это люди высокоэффективные, люди, которые могли бы выжить и в одиночку, и которые в офисе просто потому, что они видят для себя некие возможности, которые удовлетворяются той работой, которую они могут выполнять здесь. Знаешь, еще второе отличие сообществ от команд. В команде ждут, когда ты прикажешь. Ну, я очень упрощаю сейчас, но тем не менее. То есть инициативу нужно без конца пробуждать и стимулировать. В сообществе людей, фрилансеров, да, которые решили вместе делать некое общее дело, люди выдвигают идеи самостоятельно. У меня масса примеров, когда новое направление в бизнесе образовывалось от того, что кто-то приходил и говорил, а давайте сделаем вот это. Или приходил человек и говорит, слушайте, у меня есть опыт вот в этом деле, он вам нафиг не нужен на сегодняшний день, но я не хочу, чтобы он просто погибал. Дайте мне вот этот кусок, давайте я его сделаю. Да? И вот эта инициатива, то есть целый день ты только занимаешься распасовкой инициатив. Делай, не делай, делай не сейчас, ну и так далее. Вот это очень ценно. У меня интересная вещь, у меня системный администратор отказался работать в офисе, например. Ему предлагалась твердая зарплата, и довольно высокая, выше рынка раза в полтора. Потому что у него квалификация высокая, и у него расширенные полномочия были бы. Он предпочел свободу, и мы условились, что когда он будет нужен, он будет просто приходить на пару часов в офис, выполнять некую работу и уходить, получать небольшие деньги и не гарантированные, поскольку как часто мы его будем вызывать, непонятно. Он предпочел свободу. Я это очень уважаю, хотя, конечно, предпочел бы этого человека иметь на расстоянии вытянутой руки, но боюсь, что он зачах был у меня в офисе. А мне хорошо, я на одно рабочее место меньше должен ставить.